Вот это сейчас фор... Ребят, я, извините, что звук включил, конечно, но это специально, потому что, чтобы послушать, как выглядит голд, и всем привет, я вот как-то вот так поздоровался. Это первый голд для ЗЛП, моего нового на 1 апреля. Всех приветствую, спасибо всем, кто сейчас в битве пришел. Я об этом сообщал на своем канале. Так что сегодня весь день буду снимать. Так, голдик мы уже запалили, где? Вон он уже падает. Ну, как обычно, надо дать рельсу всем. Ну, и ехать уже за голдом. Так, сейчас тут начну... Ну, как обычно, я голд не беру. Кто его берет? И игрок Райан взял 1000 кристаллов. Поздравляем его. Ну что, ждем следующий голд. Ребят, что? Я сейчас выключил видео и появился надпись. Взял золотой ящик. Что это? Что? Где предупреждение? Офигеть, я это не снял еще. Я просто О боже, ребята, я сейчас все узнаю и в следующем при следующем голде все уже буду Итак, ребят, у нас очередной голдик. Я отключаю звук, потому что меня немного раздражает, но потому что я иногда еще на паузе стою, поэтому у меня звук имеется. Так, давайте искать голд. Как я понял, в прошлый раз выпало два голда из-за того, что там специальный голд был. То есть там не просто. Так, тут нет точек? Нет. Чем мы сюда все приехали? А, вот, нашел. То есть там в голде было еще два голда. Ну, обычных, естественно. Не праздничных. Вот он уже летит. Уйди с меня. Бейте его нафиг. Так, все, он спрыгнул. Давайте вот так на всех залезем. И я возьму... Ну, как? Опять Райан? Да вы серьезно? Так, еще голды падают. Еще. Еще голд. Еще. Давайте. Я врезался, как? Офигеть, еще один золотой ящик выпал, еще. О-о-о, что происходит? Еще два голда падают. Это просто жесть, наверное, об этом они говорили, X5, и я не понимаю, уже 6 голдов снял. Ждем след. Итак, ребят, у нас прошло примерно 2 минуты, еще один голд. Надеюсь, в нем еще 3 голда будет, потому что такими темпами я за ЛП сниму примерно за одну битву. Ну реально, это просто... Тварь. Это просто жесть какая-то. 2 голда, 6 голдов. И дичь какая-то. Вот. Как-то так. А, где голд? Он опять, что ли, в том месте? О-о-о. Ну ладно, поехали. Что ж. Вряд ли я его, конечно, возьму. А, ребят, я раздаю рельсы, потому что мне в свое время раздавали рельсы. Если вас что-то не устраивает, можете посмотреть предыдущие выпуски. А, так, ух ты, как тут все летают. Давайте вот так на всех заберемся. И этот голд должен взять все-таки Патриот! Нет, не Патриот. Там, кажется, еще ящик появился. Нет, мне показалось. Фу, ребят. Опять. Ждем следующий. А, все, я понял. Когда там такая еще длинная надпись появляется, то есть там какие-то символы, то есть еще два голда. А сейчас просто там взял сам себе помог, или что там такая надпись была. Ладно, ждем следующий голд. Так, ребят, уже 4-й голд. Я нашел точку. Ой, ладно, чувак был на одну, я его слил. Так, она как раз возле этого билборда, если кто ничего не заметил. Кстати, там такой колпак прикольный. Только сейчас разглядел. Раньше я просто там не обращал внимания. Но я всего там 2 точки видел. Что с меня взять? Так, надеюсь, чувак меня мочить не будет. Я вот так в фантом залезу. Так. Кажется, мой подписчик, он меня не выпустит. Ой-ой-ой. Не-не-не-не, уезжайте отсюда. А, вон он уже появился. Давайте его хотя бы возьмем. Да что ж так много народу здесь? Сливайте. Так, нет, голда больше не будет. 1000 кристаллов взял игрок Макс, 1000 Z. Ждем следующий голд. Итак, ребят, пятая надпись. Я нашел точку, она на мостике маленьком. Быстро сюда сваливаем, чтобы ее не спалили. Ну, ее уже спалили, естественно, потому что она на маленьком мосту. Так, не знаю, как мне взять ее. Как ее, конечно же, точку. Как голд мне взять. Надеюсь, я записываю, потому что мне иногда... Да тварь. Вот скотина. Вот он взял прошлый... О! Вот это мне повезло.
Вот смотрите, как тут просто жестко все крысят друг друга. Все хотят голд, возможно, там 50 тысяч. Если бы еще с... Ой. МММ в исполнении... Что? Монстр Килл? Что? Монстр Килл... Что? Сколько? Сколько голд? Алло? Монстр Килл это... Дайте спросим. Что за голд? Что за голд? Просто мне интересно, Монстр Килл это что? Где два голда подряд? В смысле? Всех убивает врагов. Что? Ладно, окей, ребят, я не очень понял. Там пишут, что бомба была какая-то, уничтожает всех возле голда. Ладно, окей, ждем следующий голд. Итак, я уже сбился со счета какой-то голд. Вроде шестой, именно по надписи шестой. А так было их... много. Вроде 10. Так, с математикой у меня вроде все хорошо. Так, я просто боюсь ехать, тут все какие-то крысанутые, хоть и я сам такой, но... заставляет жизнь выживать. Как я понял, где-то возле мостика. Потому что там все съехались. Вот этого чувака надо слить, он меня очень сильно бесит. Даже двух я задел. Так, опять на мосту, понятно. И надо было подсадочкой. Мост... Опа. Та-т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 а! Это был ваншот, ребят. Что? Получил премиум аккаунт на 86 400 секунд? Ну, в принципе, блин, ваншот у меня был, к сожалению, ребят. Я в этой краске играю, и, к сожалению, или... Нет, скорее всего, у меня две рельсы слило, но показалось, что был ваншот. Ну, ладно, поздравляем этого чувака, я даже не заметил. Рельса 920, поздравляем с этим золотого ящика, ждем следующий. Так, седьмая вроде надпись о голде, если я ничего не путаю. Сразу ищем точку. Чувак, куда им рельсом в минус ложится? Ну, ребят, мне реально это выбешивает все, то, что мне каждый голд сливают, крысят, ну или что-то подобное. Поэтому, ребят, я уже сам в такого превратился, извините, ни себе, ни другим. Так что, ребят, я надеюсь, этого дизлайки ставить не будет, потому что в свое время я уже набомбился, на самом деле. Так, точка у нас на острове. Надеюсь, меня сливать не будет. Здорово, чувак. Так, вон уже голдик летит. Можно, я думаю, ехать. О, спасибо, чувак. Прощай. Так, рельса. И теперь грамотно... Опять не я взял. Ну, то есть, и, интересно, там кристалл в этом голде есть? Там опять Монстр Килл, как вы, я думаю, заметили. А, в кристалл в этом голду есть, я сейчас спрошу, ну и, короче, потом расскажу. Я не заметил... Там кто взял? Саку вроде 666, поздравляем его, ждем следующий голд. Итак, ребят, снова минута прошла примерно с того голда. Едем дальше искать, сразу едем на остров, вот, возле острова, понятно. Главное, чтобы сейчас мне кто рельсу не дал. Вот тут вроде все свои, я не буду тоже никому давать, потому что я их знаю, это мои подписчики. Голди, как вы заметили, вот тут возле острова. Вот этому я точно не дам заехать сюда. Если я уже приготовился стрелять, на самом деле. Так, тут вроде все наши, поэтому рельс от врагов ждать, в принципе, неоткуда, только спереди. А вот приехал Макс. Он мне в прошлый раз рельсу дал, я помню. Так, давайте вот такую подсадочку элегантную сделаем. И упадем с нее, конечно же. И опять. И Райан взял голди. Опять, третий голд уже берет. Вы подумайте, я с подсадки слетел, ребят. Я рак, все. Можете писать об этом в комментариях сколько раз. Райан, поздравляем, третий голд взял. Плюс еще прям аккаунт на один день. Офигеть, чувак, вообще красавчик. Ждем следующий. Итак, ребят, я уже... Вот сейчас я реально сбился со счета. Какой-то голд вроде... Девятый, вот, все. Я потихоньку вспоминаю, как тут последовательность идет, потому что реально очень сложно запомнить все эти голдики. Так, ты наш. А где точка? А я не знаю, где точка. Кстати, Райан хоть и красавчик, но он все-таки берет голды с лагами. Многие написали, что он залагивает на всех. Ну, чувак нашел свою стратегию, лагает и берет голд. Че, можем его только поздравить. Но этот голд я снова не беру. Потому что сейчас на меня все запрыгнут, как обычно. Ну, или сольют. Тут еще два голда не выпадет. И нагибатор скилл того поздравляем с взятием этого золотого ящика. Кажется, я ни одного не возьму. Ну ладно, давайте будем надеяться. Давайте за меня кулачки держите. Возможно, я сейчас возьму еще голд. Никто еще не знает. Все, ждем. Итак, ребят, по моим подсчетам, 14 это голд.
10-я надпись. Вот как-то так. Сори, что я такие цифры привожу, просто мне надо знать, сколько голдов, чтобы потом их не... чтобы их потом не подсчитывать. Так, точка опять в этом же месте, в котором была и в прошлый раз. Надеюсь, релисы никто не будет давать. Так, я тоже не буду никого релиса давать, потому что меня сейчас возненавидят. Хотя, вон уже врагу дали одну рельсу. Так. Надеюсь, сейчас Раян не залагает. Все, давайте нас всех Едем. Опять я упал с подсадки. И сливайте, нет. Сколько? 1000 креста. А, сейчас второй голд. 2 голда. Да. Голд. Не плакать хочется, я застрял в трупе. Нет. О, 4 голда. Четверной голд, лол. Ребят, это просто лол. Фу, я... Хорошо, что надпись не остановила, немного так поплакал образно. И вот еще одна надпись. То есть две надписи и 4 голда. Ну, я думаю, вы меня понимаете, потому что сейчас еще был голд. А вдруг сейчас еще... Ой, Ариан, сори, если ты сейчас смотришь этот видос, я не хотел, я думал, что это кто-то... Ну, патриот, я извиняюсь с тобой перед видосом, надеюсь, ты меня не возненавидишь. Фу, ребят, хотя бы этот голд надо взять. Опять патриот не взял. Я такую сальтуху эпичную выдал. Ладно, я мужик, не буду плакать. Сколько голдов? Я не знаю, сейчас посчитаю. И давайте ждем следующий. Я скажу точно, сколько я голдов снял. Я уже сбился со счета, все, ждем. Итак, ребят, у нас уже 18-й голд, по моим подсчетам. Так, не буду я никого сливать. Так, давайте искать точку. Нам возле домика ее нету, скорее всего, на острове. Так, КВ2777, приду привет. Райан, приду привет, хотя его уже ник неоднократно говорил. Так, а где сама точка? На острове? А, все, я понял. Она вот тут справа. Надо как-нибудь по подъему забраться на всех. Вот так вот. И чтобы меня начали туда толкать. Да. Опять ваншот? КВ2, поздравляю. Ребят, я не знаю, что происходит. Надеюсь... Ладно, поставьте лайк обязательно. Может быть, я все-таки возьму этот голд, потому что этот ЗЛП я выпускаю сегодня, именно 1 апреля. Чем больше будет лайков, тем больше я буду стараться и ловить голдики. Все, ждем следующий. Так, ребят, 19 уже голд. Прошла снова 1 минута. Фу, такой ЗЛП просто... Я не знаю, я снимаю, наверное, минут 40 всего, навсего. Вы подумайте, 40 минут снимаю, 19 голдов. Это просто для ютубера кайф. Я понимаю, для вас это кайф, но просто обычно у меня, тварь, много времени на это уходит, и, скорее всего, я этот голд снова не возьму, потому что меня снова слили. Возможно, тут будет тройной... Ну, о, вон, вижу. Может, будет тройной голд, и я все-таки возьму. Ладно, не буду я туда ехать, я все равно не успею. Давайте посмотрим отсюда. Так, и... Что там? Игрок, он Олини взял 1000 кристаллов, поздравляем его. Ник странный такой, сложно выговорить. Ждем следующий голд. Итак, ребят, юбилейный 20-й голд в этом золотом летсплее. Киндер, пожалуйста, не сливай меня, я тебя тоже не буду трогать. Так, спасибо. Так, едем искать точку. Так, может быть, это снова остров. Не давай мне рельсу, пожалуйста. А, все, это остров. Так, все. Надеюсь, мне рельсу давать никто не будет. Потому что я тоже не хочу уже. Мне надоело то, что все друг друга сливают. Хотя, по-любому, мне сейчас вот этот... Кто-то там даст, и все. Сейчас кто-нибудь подлетит вон из той кучки и возьмет голд. Я просто уверен в этом. Ну да, конечно, меня потолкать надо. Давайте вот так поедем, не глядя. Ух ты, какая тут кучка. И на прем-аккаунт у нас взял голдик. Киндер 3-4, поздравляем его, ждем следующий голд. Итак, ребят, прошла опять снова минуты, какие-то у нас тут голды. Один падает через минуту, другой через 5 минут, странно как-то. Так, все, ищем точку, здесь нету. Надеюсь, хотя бы один возьму. Так, 21, чтобы не сбиваться счет, потому что я видосы там пересчитываю.
Вот здесь скопились, по-любому где-то рядом, на центре, что ли. Я боюсь выезжать, потому что там опять начинается месиво. Короче, буду вот так просто ждать. Так, того я не буду стрелять. А, вон. Чё это, я тут стою тогда? Пожалуйста, хотя бы один голд хочу взять. Ну! Патриот! Это что сейчас было, мать вашу? Что это сейчас было, мать вашу? Объясните мне. Следующий голд. У меня реально бомбит, ребята. Я не могу это... О, хорошо, что видео не остановил. Так, это Райан. Я понял, не буду его сливать. Так, 22-й. Да, 22-й голд. Надо успокоиться, ребят. Реально, вот давненько меня так не бомбило. Просто за 50 минут столько голдов не взять. Это у кого не бомбанет, ребят. Так что... Ай... Надо успокоиться просто. Голд вон там по-любому. Я не знаю, что говорить. Я просто хочу успокоиться и тихо взять голд. А, еще голды, еще. Да не толкайтесь, ё-моё. Это мой. Уйди, это мой голд, это мой. Да! Yes! Да, я взял голд! Да, ребят, поздравьте меня! Хотя бы один, все, ждем следующий. Итак, ребят, по моим подсчетам это уже 25-й голд. Я в минусе тут валяюсь на точке, да, я скилл, конечно же. Интересно, какой этот будет голд? Я еще ни одного на 5000 не видел, ни одного на 10 и, конечно же, ни одного на 50000, потому что все голды, которые я видел, были именно в этой битве. Кстати, здесь фонд уже 23 косаря, и подумайте, за 23 косаря уже 25-й голд выпадает. Это просто круто. О, нашел точку. Нормально. По-любому кто-нибудь по трубе проедет и возьмет голд. Я вангую, ребят. Вот, например... О! Нифига. Ну, зато... Нет, это я точно не возьму. Хотя, кто знает. Если вот так сливать всех... Так, AS579 Crazy взял зато ящик. Других не будет. Я уже по надписи вижу. Ждем следующий голд. Фу, ребят, я уже не знаю, какой это голд по счету, потому что я... Что-то сейчас задумался, там некоторые голды я снимал в один видос, и сейчас, когда я подсчитывал видосы, я понял, что я немного сбился со счета, и, возможно, это 27-й, возможно, 28-й, короче, все в названии видео, видите, когда досмотрите до конца, сами посчитайте, возможно, я ошибаюсь, потому что я запутался. Так, ладно, не будем разглагольствовать, давайте посмотрим, да, вот тут, где я взял свой голд единственный. И то он был не праздничный. Да. Давайте подсадочку. И не взерем голдик, не берем. И поздравляем игрока Дядли Плеер 123. Все, ждем следующий голд. Итак, ребята, у нас сейчас в чате наванговал один чувак голд. Вы видите, там 1, 2, 3. 20, неважно какой. Да, вот такой у него номер, на самом деле. Так, ищем. Здесь хотя бы 2 голда возьму. Ну, все-таки за такой обещанный золотой летсплей мне хорошенько пригорело. На самом деле, я сейчас не злой, я на самом деле веселый. Знаете, такое весело-бомблящее настроение. О, весело-бомблящее настроение у меня сейчас. Мне и угарно, мне и весело, мне и приятно, что настолько много голдов. Вот серьезно. Играем час уже... О, голд мой. Еще где-то голд. Сейчас, подождите, я потом себя поздравлю, надо еще один голд взять, чтобы 2. Давайте 2. Нет! Я мог бы взять 2 голда, офигеть, ребят, было бы вообще круто. Офигеть, сколько голдов! Еще один голд взял. Вот первый, кстати, именно с такой наклейкой. Так, все, ждем следующий голд. Ребят, я не знаю, сколько можно уже... Мне как будто я накурился, ребят, потому что реально столько голдов, мне просто мозги уже спутало. Я знаю, где точка, я сейчас ее покажу, она вон там между домиков. Буду стоять тут, потому что надо все-таки выжидать. Иногда надо прям нестись, ты если видишь, что только свои, но иногда, когда именно в такой точке, хорошо, что... А, нет, не все свои. Надеюсь, мне рельс никто не даст. Киндер, я тебе тоже не буду давать рельсу. Так. Тварь.
Ну, ребят, у меня нет слов. Никому не давал рельсу. За рельс мы возлегал, да. И АЗ, опять этот чувак берет, уже брал у нас АЗ-579 Crazy, поздравляем его, ждем следующий. И передаю привет двум крысам, которые меня слили. Привет. Ребят, это, наверное, одна из самых долгих пауз, когда не было голдов, серьезно, очень долго не было надписи, наверное, минут 10. Фонд к тому времени уже 32 тысячи, подумайте, какой же приз я получу здесь. Потому что я сейчас на третьем месте за выигрышу команду. Хотя бы косарей 5, я надеюсь. Ну ладно, не об этом. Сейчас точку ищем. Кстати, счет равный. Сейчас мы немного проигрываем. Проигрывать будем. Так, где голд? Чего все тут стоят? Просто боюсь ехать. Зачем я выехал из этой фигни, как она называется? Из фантома. Так, тут я уже один голд. Ох, как лагнуло Райан. А игру... Опять Райан. Вы видите? Да, все-таки Райан лагает. Вот... Поздравляем его с этим золотого ящика, ждем следующий голд. И у нас очередной голд. Я серьезно уже сбиваюсь со счета, наверное, уже к 35 где-то подходит. Ищем точку. Слава богу, мне вот тот чувак рельсу не дал. Ты, надеюсь, мне тоже не дашь. Привет, кстати, Гоголь. Вроде я помню твой ник немного. Так, может быть, на домике? Нет. Надо было остров чекнуть. Я не помню, я чекнул остров. Ну, короче, где-то на центре. Так, я не буду никому рельсу давать. Голд тут, что ли? Серьезно? Тут голд? Ладно, все, меня сейчас рельсу... Все, убьют. Ладно. Надеюсь, хотя бы сейчас тройной голд будет. Давай, давай, тройной голд. Блин. Монстр килл. Ну, слава богу, меня там не было. Он, кстати, своих убил вражеских. Гоголя как раз поздравляем. Ждем с... Гугля. Не знаю, как прочитать ник. Все, ждем следующий голд. Итак, ребят, у нас очередной голд. Надеюсь, мне сейчас рельсу... фу, не дали. Надеюсь, я снимаю, потому что я, мне кажется, не по той кнопке кликну. Давайте я проверю, то там сбой начнутся. Так, все, снимаю, нормально. Так, на острове нету. Труба. Мне сообщили, что на трубе голд опять. Спасибо Райану. Так, все, едем. 35 косарей фонда, ребят. Это просто... Это просто. Это просто что-то. Кстати, точку захватывают. Мы должны выиграть, не надо захватывать точку. А, возле трубы. Понятно. Ну, поехали, что? Может быть, возьму. Нет, не возьму. Прям аккаунт чувак выиграл. Поздравляем его. Это нагибатор скилл ТО. Все, ждем следующий голд. Промазал где-то. Эпично просто, все, ждем. Ребят, ребят, двойной! Двойной, ребят! Офигеть! Вот это да! Фу! Двойной голд. Первый, кстати, на сегодня именно две надписи подряд. Одна точка с... Райан. Ай-яй-яй. Все, этот голд я не беру. 100%. Так, тут все враги. Я не знаю, что мне делать, потому что двойной голд. Серьезно, что мне делать? Потому что я еще на одну рельсу. Один падает по-любому. Ладно, вот этот попробую взять. На острове там все враги, и мне не получится по-любому. А тут, по крайней мере, большинство своих. Нет, тут я не взял, а там кто берет? Тоже на 1000 кристаллов, рельса 920 и Google 212. Поздравляем, двойной голд, это круто, все, ждем следующий. Итак, очередной голд, примерно 2 минуты где-то вот так прошло, или 3 даже. Играю я тут, наверное, чуть больше часа, фунт уже 37 косарей. Ну, я так для вас сообщаю, чтобы вы понимали, насколько тут все быстро идет, растет и развивается. Так, а что все тут стоят? Как я понял, что возле домика... Нет, давайте не будем тут стоять, потому что мне нужно возле той... Я понял. Возвращаемся обратно. Смотрите, рельса мне прилетает. Не, не прилетает. Нормально. Зато вон туда прилетает. Все отлично. Прилетела туда рельса. Едем мы к голду. И опять подсадки, опять... Ну и меня сливает, это закон кармы, ребят. Монстр килл. Ух, нифига он там убил, вы посмотрите просто в таблицу. О, я твой недостаток. Взял очередной голд, уже вроде четвертый. Или я не помню какой по счету. Ждем следующий. Сейчас игра, я графику потом настрою. Так, надеюсь, вы за этот дизлайк не поставите. Может быть, мне сейчас поможет это с голдом. Может быть, я как-нибудь залагаю. Ой. Так, все. Вот тут стоим, чтобы не лагало. Вот, летит. Сейчас давайте кто-нибудь поедет, и я на него... Вот это был эпик. Он подлетел и в воздухе всех взорвал.
Фу, вот это действительно был эпичный голд. Все, ждем следующий. Так, очередной голд. Так, ищем точку. А, о-хо-хо-хо-хо! Ищи второй уже двойной. Так, отлично. Если сейчас еще один будет, это просто... Редко я встречал в своей жизни тройные голды. Снова один тут. Может быть, тогда тут попытаться взять голд. А, тут все на одну рельсу, кстати. Ну, давайте попробуем. Так, все сюда едут. Один, это один из двух голдов. Надеюсь... Этот я возьму. Чувак! Чувак был рядом с точкой и упрыгнул в пропасть. Там... Вот это сейчас... Зачем я отъехал? Зачем я отъехал? Зачем? Зачем я отъехал? Я такой рачельник! Еще один голд. Еще. Два. О, вот этот мой. Этот точно мой. КВ один, пожалуйста, оставь, пожалуйста, КВ. О боже, ребят, я такой рак, вот. Зачем я отъехал? Я увидел два голда, испугался и отъехал от них. В одной точке два гол... Офигеть, я мог один взять. Все, ребят, ждем следующий. Меня немного припекло, все, ждем. Итак, ребят, вот конец этой долгой битвы. Я как-то под конец умудрился на первое место выйти и получить 4600 кристаллов. Да, мы затащили эту битву. Посмотрите, у меня УП 1.55. Это просто я скиланул. Ребят, за вот этот ЗЛП, который был снят на одной карте, вы подумайте, в течение полутора часов. Ну, почти 2 часа я снимал. 2 часа, подумайте, почти 50 голдов. Я не знаю, сколько, я их еще посчитаю, но... Это просто... Я два взял, понимаете, ну это плохо, конечно. Но я надеюсь, вы дизлайк не поставите, потому что я сейчас это все быстро смонтирую, залью на YouTube в этот же день. И я думаю, за это можно поставить лайк. И все-таки за такое огромное количество голдов, за столько эпика, за столько просто всего. Так что, ребят, спасибо всем за просмотр. Если вы досмотрели до конца, это просто что-то. Фу. С вами был Патриот России. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Вы там всегда можете узнать, когда и где я играю. Так что вот сейчас, кстати, подписчики перешли из группы. Так, всем удачи, всем пока.